Здравствуйте, дорогие зрители! Поподробнее вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, нравится ли вам, что теперь девушка выбирает себе парня, а не наоборот, как было раньше. В следующей серии будет драка. На бедного Сергея налетят парни за то, что он что-то не так скажет о Ксении, а Артем его ударит, что даже приедет скорая. Ксения будет выбирать не парней, а именно свидания. Ей предоставят список свиданий, и она выберет только те, которые ей больше всего понравятся. А пойдет она с Евгением Ковтуненко, юристом на миллион, и будет выяснять, нужны ли ему действительно отношения или просто пиар. Также она будет кататься на мотоцикле с Назаром, о котором говорят, что он плохой отец на самом деле. И с Андреем они будут отдыхать, ужинать у бассейна, а также вместе искупаются. И он сделает ей даже шутливое предложение. Думаю, с ним ей понравится больше всего. На него и ставлю ставки, что победитель. А вы как думаете? Напишите в комментариях.